Ну вот, пришла очередная посылочка с Алиэкспресса, выписывал опять-таки до товарища. Вот написано, паяльник электрический, $7. Там что-то было около $10, подсветка на микроскоп. Потому что кто занимается, знает, что все такое мусипусенькое, что не очень-то это все сейчас и разберешь, и все сделаешь, и запаяешь, ничего не видно. А вот с этой штучкой оно совсем другая тема. Сейчас мы попробуем ее. Вот, откуда, сколько конкретно стоит, пришло, сколько шло. Все я это напишу под видео. Да, что-то у меня не получается. Вот так, да? Еще одно. Так, запаковано. Вот. Да вот она, коробочка такая. Вот что-то тут. Вот, написано. С регулируемой. Значит, мощностью для микроскопа, подсветочка, сколько там, от USB 5 вольт входит, вход, 100-240 вход поддерживается, 2-3 ватта, значит, от 0 до 100% подстройка, значит, яркости, так, дистанция, расстояние, значит, рабочее от 20 до 106 получается миллиметров, от 2 до 16 сантиметров. F30, значит, получается диаметр от 30 до 65 миллиметров. Ну, температура минус 20 плюс 40. Так, так, так. Хорошо. Вот она вот такая вот. Вот, тоже ничего описывать не буду. Такого, как оно, чего, потому что не мое. Так, вот такая вот подсветочка. Вот, кто видит. Вот, значит, вставляем, вот, подкручиваем. Вот здесь, кстати, тоже написано, это все, что было на упаковке. Вот, по всей вероятности включения. Вот оно. Вот. Выключил, включил яркость. Ну, попробуем сейчас куда-то воткнуть. Посмотреть. Сейчас, секундочку. Ну, значит, обычно, если зарядное устройство берем. Вот она такая у нас. Так, значит, что тут получается? Включение. Включилось. Вот она, добавляем. Вот дым тускнеть. Вот оно ярче-ярче. Вот это максимально его... О, контакт плохой получается. О, ёлки-палки. Вот так, короче, это максимум. Вот сколько она освещает. Вот ничего. Вот свет. Так, кому интересно. Ну, вот так вот максимум. Ну и все, работает. Так что, у кого есть желание, смотрите. Если покруче модели, там до 100 с лишним светодиодов. Это такая самая простенькая. Вот, ну все. Всем пока.